А следующее видео нам прислал очевидец. На Варшавском шоссе рядом с 74-м домом авария с участием «Газели». Машина просто всмятку. Сейчас мы вам покажем эти кадры. А это, по всей видимости, утренняя доставка хлеба в магазин. Вот он, полностью загружен. Вот такой вот вид. Машина везла хлеб, и, как мы видим по этим кадрам, не довезла хлеба. Булочные изделия разбросала по дороге. Причина ДТП сейчас уточняется, а также есть ли пострадавшие в этой аварии. Что-то тут творится такое. Ух ты, ё-моё. Ух ты ж, боже ж ты мой. Капец какой-то. Вот это да, вот это здорово. Вот это вот круто, круто, круто. Ментов куча. Не, пустой.
и бац, телевизор. Охуеть, ёбаный в рот. Ты, бля, нихуя себе дастер, смотри. Охуеть, ёпты, бля. Куда ты, ёбаный в рот, пешком идёшь, сука? Впереди камера на полосу.